Я тут на днях посмотрел азербайджанский пропагандистский канал, по которому давно трибунал плачет от научного мира. И, о чудо, увидел там знакомые армянские лица, распустившие нюни про мир, дружбу, любовь с Азербайджаном, причем собравшиеся с обеих сторон бывшие москвичи. Я имею в виду ведущего этого Азерканала и тот, что армянскую сторону представлял. Бывшие москвичи, которые нынче пеняют на Москву за все происходящее. А так нет, Азербайджан совсем ни при чем. Не в том, что люди в Арцахе в блокаде, что уже там и смерти даже голодные есть. Не в том, что на границах в Армении гибнут солдаты. Главное начать дружить. А так, в принципе, Азербайджан-то ни при чем. И с армянской стороны эти контакты налаживают все бывшие тамады, что самое интересное. Впрочем, и с азербайджанской стороны тоже бывшие тамады вдруг стали миротворцами. Ну, а кто еще должен вести свадьбы-то? Ну, естественно, тамада. Вот они и любовь, мир, вот хотят поженить свои основы для будущего. Знаете, я не против дружбы в целом, но не с этими людьми и не на этом представленном азербайджанском канале. Потому как сразу после того, как заканчивается телемост с Арменией, где обе стороны пытаются продемонстрировать друг другу телячьи нежности, на канале сразу начинаются обычные пропагандистские дела с претензией на Сюник, Ереван, Сиван, на все, что можно, в принципе, претендовать. И вообще, как можно говорить о дружбе с теми, чей президент спит и видит, как уничтожить Армению? Неуважаемые граждане Армении, целующиеся в десна упырям. Вы вообще как, вы в своем уме? Или вы в ум соседей пытаетесь войти? А может быть, вы примеряете их ум и это делаете временно? Если это примерка, то ну куда бы еще ни шло, да? Ну, психологии бывает такое, что психолог должен войти в положение испытуемого, чтобы понять, что у него там в голове. Также, я думаю, хороший психиатр делает, да? Ну, вот я был журналистом долгое время федеральных СМИ, и мы тоже так делали порой, если нам нужно было выудить хоть какую-то информацию, особенно те журналисты, которые занимались всякими там расследованиями криминальными, ну и прочее, а их в нулевых годах было достаточно. Вот они тоже влазили в шкуру вот этих вот своих персонажей. Может быть, и вы, армяне, Армении, ну, некоторые из вас, которые вот ищут вот эти вот контакты, дружбу и так далее, может, вы тоже пытаетесь вот через мозги азербайджанские проникнуть в это все, да, чтобы познать, что у врага на уме, потому что иначе я никак не могу просто, ну, разобрать, да, что вы хотите. Но если вы все-таки всерьез собираетесь совершить сделку с дьяволом, ну, что тут сделаешь, то мой вам совет, как это сделать быстрее, отдайтесь им на съедение. А вот нормальных людей оставьте в покое. Вы не имеете права представлять Армению и говорить за всех армян. Нас ни много ни мало 12 миллионов, а вас, уродцев, совсем ничего. Просто исчезните туда, к ним. Вот это будет самое лучшее, это будет самый лучший вариант. Исчезните туда, к ним. В Азербайджане вот уже 30 лет говорят, что там живет 30 тысяч армян. Вот и вы к ним присоединяетесь. Чтобы хоть цифра сдвинулась с места, а то уже 30 лет как 30 тысяч. Уникальность этих армян в Азербайджане в том, что все 30 лет они не размножаются и не умирают. Понять их можно, Христово племя как-никак. Умирают и воскресают.
Да? Причем с талышами и лезгинами все наоборот происходит. Они только умирают и не размножаются. Их все меньше и меньше. Азербайджанцев все больше и больше за счет умирающих талышей и умирающих лезгин. А армяне умирают и воскресают. Оттого и цифры впечатляют. Главное, никто их в глаза не видел, этих армян. Есть 30 тысяч, и ладно. И все 30 лет вот так. А какое внимание стороны проявили друг другу, делая вид, что блещут? Да? Это я вот по поводу вот этих вот теледебатов, вот этой вот дружбы и любви. Блещут умом. Азербайджанец даже заговорил о мифах, созданных в двух странах друг о друге. Мол, в Армении нечего есть, говорили в Баку, а в Азербайджане нет демократии, говорили в Ереване. Вот оказалось, что это не так. В Армении действительно есть что кушать, а в Азербайджане есть демократия. Конечно, эксперт привел инфантильный пример. Я понимаю, что вас преследуют азербайджанские спецслужбы, и вы сами не можете проверить, есть ли чего кушать в Армении или нет. Но вы можете спросить у многочисленных гостей Армении, которые на гастротуры как раз и приезжают. Так что у вас миф не столько в том, что там есть нечего, а в другом. В том, что армян якобы в Закавказье не было, в том, что Индия, в том, что Грибоедов, что Ереван и прочие ослоовечьи мифы. Вот в чем ваши мифы, а не в том, что в Армении жрать нечего. И это все нужно было опровергнуть для начала. Вот все, что я сейчас сказал, это нужно было опровергнуть, потому что все эти 30 лет вы в уши жужжали вот с этого самого канала, откуда вы предлагаете сейчас дружбу. Вот с этого канала вы уши прожужжали армянам, что вы никто, звать вас никак, что ваше племя индийское, Грибоедов вас пожалел, привез откуда-то из Ирана, бросил сюда, а Пушкин еще и стихи сверху написал, да? Так что вам про это нужно было говорить, опровергать все, что было сказано до этого, а не про еду говорить. Что касается того, что в Азербайджане нет демократии, а что, она разве есть? Вы, честно говоря, меня удивили. А когда она вообще там была за последние, во всяком случае, 30 лет? Авторитарное правление семейным подрядом, у руля которого сам диктатор, его жена вице-президент. И далее, бог это дедушка, ну, в смысле Гейдар Алиев, да. Далее по списку свояки, девери, тести, тети, дяди, племянники. Все они рулят в силовых структурах, банках, нефтепромыслах. К тому же про отсутствие демократии в Азербайджане говорят не в Ереване, а все мировые рейтинги. К примеру, The Economist представил 167 стран рейтингов по уровню демократии. Вот Армения заняла 86-ю строчку, опережая Грузию, которая на 89-й. А вот Азербайджан уж подавно на 147-й. То есть та строка в соседстве с Мьянмой, где авторитаризм. При Армении указана строка так называемой гибридной демократии. Гибридной, но все же демократии. Теперь касаемо экономики. ВВП Армении увеличился на 12,5%. Между тем, как ВВП Азербайджана прогнозирован на 0%, но есть движки до 1,8%. Чувствуете разницу? Нефтеносные. Зарплаты в Армении 470 долларов в среднем, в Азербайджане 366 долларов в среднем. Пенсии в Азербайджане, да, побольше будут. Это да. Хоть последний путь ваш диктатор с музыкой людей провожает. По уровню безопасности из 146 позиций Армения на 7-м месте между Гонконгом и Японией. Азербайджан за сотку перевалил. Это все не армянские данные. Можете сами погуглить и посмотреть. Надеюсь, гуглить можете? Турецкие генералы вам для этого уже не нужны же будут, правильно? Во всем остальном плюс-минус. Где-то Азербайджан чуть-чуть впереди, где-то Армения.
Поэтому я понять не могу, чему вы радуетесь. Что армяне настолько умнее вас, что умудряются жить лучше вас, сидящих на нефтяной игле, а где-то быть даже на уровне. Вы представляете, какая была бы Армения, будь у нее такие ресурсы, как у вас? Если армяне из камней экономику лепят, еще и будучи в полублокадном геоположении. Это как с Украиной. Весь мир ей помогает, и тот же даже Азербайджан. Армяне же голыми руками, что в первую Карабахскую, что во вторую Карабахскую с вами воевала. Во второй так и вовсе, если бы хоть малая помощь была бы извне армянам, то вы бы не только вдоль Аракса не продвинулись бы, но и Куру потеряли бы с вашей Куропаткой Пашаевой и Куропатом Алиевым. Так что, граждане армяне, ни о какой дружбе с ними даже не помышляйте. Ну что вообще, вы что, телевизор не смотрите? Ну их телевизор хоть посмотрите. Я понимаю, что в телевизоре нынче ничего интересного нет. Но их-то каналы вам нужно смотреть. Более того, учите их язык. Тогда вы многое о себе узнаете интересного. А так наотмашь, так, конечно, можно с ними поговорить о дружбе. Они вам споют там песенки про вековые дружбы между армянами и азербайджанцами. А потом кнопку нажмут, камера выключится, свет потухнет, выйдут в курилку и будут угорать с вас. Мол, типа, хорошо мы их уделали, да? Дружба с ними опасна не потому, что народ плохой у них. Нет, народов плохих не бывает. Дружба с ними чревата. И чревата потому, что у них восточный менталитет. Восточный деспотизм, авторитаризм, антиармянское зомбирование общества во благо Алиевщины. У них зомбированы даже большинство оппозиционеров. И прежде чем с ними дружить, пусть порядок наведут в своей стране. Будьте начеку и не выходите с ними ни в какие эфиры. Вы же в жизни не дружите с сумасшедшими, нацистами, шовинистами, дегенератами. Вы же с ними не дружите? Зомбированные азербайджанцы вашу коммуникабельность воспринимают за слабость, а не за стремление начать примирение. Увидимся.